Отец Тимофей, я так попрошу тишины, являюсь смирно. Больше мне ничего не надо. Равнением начали делать. Да, все. Слово предоставляется главе администрации Ардатского района Александру Николаевичу Антипову. Уважаемые мобилизованные, идете все-таки не мясо, а нормальными бойцами. С подготовкой. Родственники, по любому обращению, в администрацию можно обращаться с учетом всех пожеланий, которые нужны дома, или для солдат, которые будут вести подготовку для отправки. Им объясните, вот ты, сука, родители моим объясните. Подождите секунду. Вот, сука, вот, брат, инвалид. Я чё, блядь? У него дети. У меня сын. Самое главное, не перебейте друг друга, помогайте, чтобы было взаимодействие. Те, кто имеет боевой опыт, помогали своим братьям. Ну вот вернуться живыми, здоровыми. Это пустые слова. Это все пустые слова. Недорасывай, ебать! Это все сейчас, пожалуйста, вольно. Сумки можно погрузить в газель. Сами приземляйте. Вы говорите. 5 минут на площадке с родственниками. И погрузка в белый автобус в пазе. Вольно разойтись. Конечно, разойдись. А что, я не правильно что делал? Отец Тимофей, благослови меня. Вы глава, сука, района. Вы глава. Вы ничего. Вы вообще никто. Для чего вы забираете? Для чего? Убивать будут. Нас убивать будут.